Всем привет, у микрофона Каби. Добро пожаловать на DreamHack Last Chance. Мы продолжаем смотреть групповой этап, и сегодня у нас завершающая этот этап группа D. Здесь играет 2 Зерга, 2 Терана. Таким образом, либо полная балансность Зергов утвердится в плей-офф этого турнира, либо какой-то баланс с Теранами все-таки получится. Ну и, конечно же, один несбалансированный Протос Зест, который там худо-бедно как пролез через Десайдер, да, представит свою балансную расу обязательно тоже. Посмотрим, какая там будет получаться сетка. В любом случае, сегодня не про Зеста и не про Протосов. Сегодня для начала про Серала и про Дон Рейгу. И посмотрите, какую заготовку Дон Рейгу выкатывает в первом сете против Серала. Я вообще так прикинул, да и дал на Твиче прогноз на длительность матча, потому что в целом Дон Рейгу и Серал мне не кажутся такими равными величинами в ЗВЗ. Я причем помню, что они недавно играли, и в действительности не помню точный счет, но есть у меня ощущение, что это просто означает, что все прошло и произошло так, как и ожидалось, наверное, и потому не запомнилось. Но в любом случае Дон Рейгу большой молодец, что он начинает с заготовки, потому что по современным, конечно, ЗВЗ стандартам, когда вернулись многие агрессивные стратегии, две хаты до пула, это, скажу я вам, решительная заготовочка. Еще же кайф в чем, что прилетает первый оверлорд, и он нифига не разведывает. Ну, то есть он вообще не дает инфы о том, что там что-то нестандартно. Серл залетел прям так хорошо. И, блин, вообще... Ну, ладно, окей. Серл тут, похоже, не обманывается. Он долетает и видит просто хату на третьей. То есть он летит, он видит, что есть хата, вроде стандартный тайминг, но королева не заказана. То есть на самом деле я бы подумал, что это билд Скарлетт, что это такой хитрый 12-й пул, который палится как раз по заказу или не заказу королевы, и перепугался бы и стал бы там клепать у барона. Но Сарл, походу, куда большую вероятность отдавал на то, что это две хаты до пула. Я не знаю, может быть, этот билд там как-то где-то играется, хотя мы с вами на турнирах, ну, я не помню, когда видел такое. Но в любом случае Сарл преспокойненько себе клепает рабочих, но чуть-чуть от Дон Рейгу, конечно же, отстает. Именно по количеству дронов, ну так, эпизодически. Здесь дальше у Дон Рейгу Бейндинг Нест, Эволюшн. Я подозреваю, что с этого билда потом пойдет в муту. Ну посмотрим. Не знаю, почему мне так кажется. В принципе, никаких конкретных оснований нет. Больше того, даже никакого конкретного преимущества нет. То есть единственное реальное преимущество, которое было у Дон Рейгу, что у него какое-то время было больше личинок, все. И то из-за того, что у Серла раньше королевы, там, так, условно. Сейчас Серл съедает 3 дрона, и, в общем-то, уже он впереди на 5 рабочих. Не сказал бы я, что выглядит для меня так, как будто Дон Рейгу как-то явно реализовал свой билд, но да, он действительно заказывает грейд на коготь. Вполне вероятно, что будет играть в муталисков. Такой билд, возможно, хорошо подходит, если вы хотите соперника прям вот удивить маслингами, как делал Дарк. Но то, как это делал Дарк, наверное, работает даже лучше, помните? Он там просто брал и ставил хату дома третью. И типа вообще это сложно спалить. Спасибо большое Пашкату за 333 рубля. Это вроде, правда, такой дотерский никнейм, да? И, по-моему, тот игрок был не русским, но... Впрочем... Готов допустить, что несколько не знающих друг друга людей пришли к одинаковым никнеймам. Что-то я припоминаю, там была какая-то команда в Китае с неазиатскими игроками. И вроде бы там фигурировал этот персонаж. Ну что, грейд на коготь почти готов, там лейер. Ну, шпиль, да, да, ждем шпиль в продакшене, дождались. Серл пробегает еще одним зерлингом, ничего там не находит.
Ну и он сделает апгрейд на скорость овера для того, чтобы карту законтролить, и тогда, конечно, сможет надежно разведать при любом раскладе. У него пока четвертая поставлена. Ох, как взорвало! Вот это да! На Америке игра идет. Ну, наверное, расплетить тут сложнее, чем взорвать. А где-то 7 дронов отъехало. Что-то случилось. Видимо, где-то проскользнули бейны, что ли, на третью, может. Не знаю, 7 дронов просто усарило вжух. И нету. Что-то пошло не так. Тем временем заказано у Фина плюс 2 на атаку. Дистанционную. Ну и вот он сейчас, по идее, уже должен был увидеть, что там апгрейд на коготь. И, соответственно, понимать, что он играет против муталисков. Второго приходит под пуш роучами. А остальных он разворачивает. Ну там, в принципе, это более масштабный пуш планировал. Тут дроны даже приехали. По ошибке. Видимо, Сарл любит тоже добавлять из коконов юнитов в бинды. И иногда возникают вот такие неурядицы, когда могут и рабочие попасть в эти самые бинды. Вывод, жмем F2 и не выпендриваемся, правильно? Сарл тут аккуратненько так сбил коррозив байлом лингов с ревенджером. Напоминает, знаете, такой маневр, когда где-нибудь в Quake 2 там твой тиммейт в командной игре сражается с противником в ближнем бою, а ты пытаешься аккуратно снять этого противника с рейлгана. И как бы, ну там friendly fire, естественно, то есть можно и обоих закосить. Также с Эрл Коррозив Байлом, естественно, тоже мог сбить и своего же ревенджера, но он попал очень точно. Инфестор заказан. Ну, как инфестор. 3 инфестора. Вообще довольно интересно. В последнее время мы чаще видели от зергов в такой ситуации просто более ранний гидроден. И гидрас плюс 2 выходит. Выходит и игнорирует муталисков. Здесь будут инфесторы. То есть так-то все понятно. Только урон кто будет наносить? Урон, видимо, будут наносить спорки и королевы. А вообще, с учетом увеличенной скорости закопки спорок, интересно, вообще реально ли инфесторами так, ну, продолжить микос, чтобы спорки успели приползти, закопаться и все убить. По идее, где-то за 3 микоза, наверное, это даже реально. Но 3 микоза, то есть это значит, что у тебя просто нет шансов на ошибку, ты должен первым же попасть и всеми остальными продолжить. Ну и за время первого микоза успеть уже всем споркам отдать приказ. Я, в принципе, готов поверить, что Сарл в состоянии такое выполнить. Но задача нетривиальная. Infestation Pit доделывается у самого Дон Рейгу. Его преимущество сейчас это плюс одна база. И рабочих тоже больше, но так почти всегда бывает, когда выход в муту. Над рабочими Сарл тут поработает. Немножко вот такими вот забеганиями, заползаниями. Проползаниями. И заодно Люркер Дэн можно разведать. Не знаю, какой дрон его собирается поставить. Какой-то, видимо, дрон, которого специально выписывают из другой карты, может быть. Он почему-то очень долго едет. Это я, когда ремонт автомобиля делал себе по страховке, мне тоже сказали, диск на Жигули. Не, ну это надо ждать, конечно. Тут под заказ из Тольятти месяца 3, тут по-любому. Ждал, что поделаешь. Вот и Дон Рейгу также ждет. А то откуда, в конце концов, у зерга рабочие, чтобы Люркер Дэн поставить быстро? Да? Удается убить корейскому зергу хату, которая стояла в середине карты. Вот оно преимущество билда через бейнов. Но с этих бейнов Дон Рейгу уже перестраивается. Он уже вовсю клепает гидру. Люркер Дэн у него таки поставлен.
Ну а у Сарала первая люра, собственно, уже заморфлена. И что довольно важно, вайперы готовы. Ну, понятное дело, что по наземным технологиям он впереди. По наземным апгрейдам тоже. Муталистки Донрыгу по-прежнему никуда не делись. И добыча ресурсов, посмотрите, интерфейс показывает нам по всем статьям намного больше у корейского верха. Прилетают вайперы, но муталистков тут уже нет. Опоздали немножечко. Тем временем опять харас. Роучами на мейн не ползет Сэрл, видимо, потому что там уже ничего нет. Да ладно, ну, еще и люркер погиб. Видимо, по шифту они вот хотели именно туда заползти, где роучи стояли. В итоге глуповато получилось. Люркеры просто пытались забодать роучи. Апгрейд на дальность Лерия. Уже почти готов у корейца. Ну а у Фина... А, стоп, погодите, все наоборот, у Фина, да. У корейца пока скорость закупки делается. Ну, тоже он выходит в вайперов. Интересно, Сарал решил не пытаться продавить именно землей. Он просто сидит, ждет. Ну и таким образом, мне кажется, он отдает в каком-то смысле... преимущество в руки Донрейгу. Просто потому что, ну, у того экономика-то лучше. И Сэрл не стал давить его до того, как там будут технологии. В итоге теперь зеркальный состав армии. Но единственное, что по-прежнему есть мута, которая, в общем-то, уже сейчас мертва или нет, по факту. Донрейгу летает, продолжает подбирать оверлордов. Тут можно за роучами, в принципе, слетать. Да, ну, погибает, наконец-то, пак муталисков. Тут все Сэрл идеально закомбил. Микос, две паразитические бомбы, еще и гидра подошла красиво. Много, конечно, отдано, но, я думаю, приемлемо. Угу, вот это интересно. Фокус Люркер Дэна. Поди дальности то у Донрейгу еще, наверное, нет. Сэрл не стал прям фокусить до последнего. Отошел в уголок, а в итоге одного роуча Донрейгу не добил. Забавно получилось. Прилетает Нидус и такой роуговский маневр. Люркеры сразу побежали блочить подъем. Это классно работает, но Сэрл тоже ждал и успел немножечко раньше. У него тут еще три спорки, поэтому есть вижен. Донрейгу параллельно забегает Лерой на несколько баз, чтобы похарасить. Ну и надо сказать, что это того особо-то и не стоило. Развести Сэрла он не развел. И Сэрл преспокойно отбивается, по-моему, отлично себя чувствует. Да, прилично так провалился Донрейгу по потерям. Но это, конечно, еще 27 муталисков. Тоже, знаете, 2700 газа, вот на которые, собственно, Донрейгу и отстаёт, по факту. Третьи грейды заказаны у Сэрла. А Донрейгу просто, ну, забыл. Он может заказать, у него 200 лимита, есть ресурсы, просто забыл про апгрейды. Не очень хорошо, конечно, для матча такого уровня. Первая классическая наземная макро ЗВЗ, которую я вижу за довольно долгое время, на самом деле. Все, я ждал на турнире на повышенной скорости, чтобы кто-нибудь вот такой стиль сыграл. Посмотреть, ну как оно вообще будет работать, контролиться. Но никто из наших игроков не захотел идти на высокой скорости в этот лейт. Ну или вернее, может кто-то и хотел, но его зарашили. И дело до того и не дошло.
роучи там спрятались в углу. Возможно, Нидус на них подразумевался, возможно, нет. В любом случае, Дон Рейгу их нашел и обезвредил. Сарл действительно ставит Нидус, но вроде бы это пока только сеть Нидус. Так что еще пока червя он не готов был бросать. Забирает Дон Рейгу пару чейнджингов. На такой стадии игры не очень сложно их замечать, так как у тебя тупо нет терлингов. Вот Тераном и Тосом сложнее, да, если только это не мех Терана. У них почти всегда есть Зилоты и Мортехи. А зерги что, уже отказались от лингов от своих. Заходит, забирает Сэрл несколько люркеров. Ну, правда, Дон Рейгу вернули деньги за морф. Сам чуть не теряет Вайпера, но не хватает на паразитической бомбе урона, чтобы убить Вайпера. А я что-то не понял, это Дон Рейгу тут базу, да, собирается ставить? Нет, все-таки Сэрл, окей. Не оставляет он там люру, понимая, что если ты ее там... Ой-ой-ой, вот это косяк. Это кто-то накосячил с хоткейна. Если ты ее там оставишь, просто ее придут и убьют с помощью вайперов. Так что в этом нет большого смысла. Интересный такой развод. Нестандартное место для Нидуса. Но Дон Рейгу прекрасно отреагировал. Оба зерга ставят Нидус. Дон Рейгу, как обычно, на мейн. А Сэрл на третью базу. Погодите, а на третью Нидус, кажется... Что произошло? А да, он достраивается. Окей, что-то не видно было табличку производства. А Сэрл даже с него высаживается. Люры довольно много. И что он придумал? А, там был люркер соперника, я понял. Поэтому он решил из-под него выйти. Здесь в это время сражения миллион Блайдинг Клаудов, пара паразитических бомб. Может, уже проще было фокуснуть этих юнитов. Летая вместе, они точно не выживут. Почти убил Сэрл хату. Все-таки она еще живет. А вот здесь остановлена добыча. Хэтчери тоже получает урон. Ну, Дон Рейгу отобьется в итоге, конечно. Ну так, нормально его похарасили. Приползают спорки-плетки сюда. Для статики. Дон Рейгу тем временем такой вспомнил про апгрейды. Ну, вернее, про 3-2. Он с тех пор, как я об этом говорил, уже вспомнил. Там был 2-1 на тот момент. Но он их теперь доделывает, и будет у него 3-3-3. Примерно как у среднестатистического старкрафтера в классном журнале за четверть. В 90-е. Сейчас я просто не знаю, так как в школе нет среднестатистических старкрафтеров. Другие дисциплины в фаворе нынче. Ой-ой-ой, как Дон Рейгу здесь наламывается. Я не знаю, что он хотел. Может быть, он хотел зафокусить вайперов, пока типа люра в Блайдинг Клауде. Но как раз люра-то в Блайдинг Клауде не была. Она то ли выкопалась, то ли изначально там не находилась. Вытягивает пару люркеров, убивает их, понятное дело. А вот тут тем временем и минус хата. Сэрл или от Дон Рейгу, как вообще сказать-то, чтобы понятно было. Короче, убил Сэрл еще одну базу. Впрочем, ту самую, которая была до пула. Важно не это, важно то, что Дон Рейгу просто в сражениях проиграл. И по итогу-то вот, если честно, впечатление довольно безнадежное. Потому что, в принципе,
Дон Рейгу получил, ну, все, что мог хотеть, по-моему. Гигантское экономическое преимущество. При этом ему дали спокойно дожить до всех тех же самых технологий. То есть, ну, типа, бери, выигрывай. Немножко напоминает положение Хиро Марина в игре против Мару, да? Только, по-моему, здесь преимущество было больше. Но Дон Рейгу просто не смог реализовать. То есть его и раскачали, он не успел. Сам соперник и не нахарасил, сражение проиграл. Во всем Сэрл был немножко лучше, и из отставания этот сет берет. Счет становится 1-0. Второй сет, карта Берлинград. Слева вверху появляется Дон Рейгу, Сэрл справа снизу. Пока что оба ставят хаты. Сэрл время от времени играет ранние пулы. Почему-то в основном я вспоминаю, ну помимо матчей с Рейнером, в основном против Солара, как-то вот он поигрывал их, помнится. Но вообще чаще, конечно, в его исполнении можно увидеть какой-нибудь спокойненький пул 16, чтобы чисто не отлететь на рандоме. Потому что действительно нередко Сэрл хорошо исполняет стандарт и может сыграть его даже из небольшого отставания. Чуть по-разному поставлены пулы. У Сэрла там довольно необычная позиция для пула, надо сказать. Немножко напоминает саплай в первом Старкрафте. На некоторых картах Тернам приходилось так ставить саплай, чтобы они оптимизировали добычу с одного из минералов. Но я так понимаю, задумка Сэрла была в том, чтобы рабочие проезжали справа. А в итоге тут получилась лютая дичь и, короче, not calculated. И в итоге он теперь вынужден добывать газ четырьмя рабочими. Никогда не задумывался, кстати, о том, что StarCraft 2 не умеет пересчитывать вот, с учетом таких нюансов. Ну хотя, ладно. Просто игра мобильная, над которой мы работаем, она умеет считать оптимальное количество рабочих на золоте в зависимости от того, но это я сейчас сообразил, насколько далеко стоит главное здание. А если ты посередине, как Пипега, сделаешь стенку из зданий, конечно же, игра это тоже не сможет учесть. Так что ладно, претензии ко второму StarCraft снимаются. Ну а тут тем временем вот такой вот поворот. Четыре линга прибегают от Дон Рейгу. Четыре линга — это прям почти что чиз в стандартном ЗВЗ, потому что обычно ты играешь двух, в итоге Сэрл одного отправил в разведку, одним отбивался, типа, ну ему вообще приходится хату снимать. Так что дебют тут однозначно за Дон Рейгу, что-то Сэрл себе изобрел на пятую точку приключений. Если честно, я не знаю, как он будет выкручиваться. Может быть, он вообще убьет этот пул в какой-то момент. Ну или, в принципе, если он поставит 6 газов, наверное, ему там небольшая нехватка газа, ну, не сильно скажется. Но, короче, это, конечно, странно. Вот прям. Ладно, не каждый день такое увидишь будет, что разным порталам в хайлайтике ставить. По 111 за каждый выигрыш Сэрла. Так, согласовано. Я теперь топлю за Сэрла. Сколько у него матчей-то там получается? Это сегодня минимум 4 карты, да? Но получается мне выгоднее, чтобы он упал в лазер. Так, ну... Тем временем Сэрл тоже приходит в контратаку. У него есть 3 бейна, у Дон Рейгу бейнов 4. Сэрл еще отдает одного своего. Какой-то слегка неуверенный микроконтроль. И Дон Рейгу теперь всем, что он там успел наклепать, естественно, приходит просто в контратаку. Бейнинг от Сэрла все еще живет, поэтому Дон Рейгу пока не может особо ничего грызть. Вроде армии много. Раз не может грызть, значит, видимо, стратегия беззубая. Так получается. Можно, конечно, перетирать деснами, но это, знаете ли, противостояние двух суровых мужчин как-то странновато звучит, пожалуй. Хотя, может быть, по современным стандартам, да еще и на Твиче как раз в самый раз.
возвращаются все эти линги обратно. Дон Рейгу их прям что-то далеко увел. Ну, в принципе, Берлинград, что тут, 2 секунды туда, 2 секунды сюда. Контактная короткая карта, наверное, потому и билд такой. И у Сэрла в итоге Роуч Ворон, он уже заказывает этих Роучей, чтобы стабилизироваться тут окончательно против уши соперника. Вот только Дон Рейгута тоже играет в Роуче из тир 1. И уже зафокусил оппоненту Бейнов. И, по-моему, сейчас он успевает этот тайминг реализовать. Конечно, Сэрл мастер подобных оборон, скажем так. И ни одну, и ни две игры мы видели, когда вот кажется прям почти вот уже. Но потом выходят какие-то последние роучи, и этот парень отбивается. Но тут, я не знаю, что-то уж очень много у Дон Рейгу роучи успело пробраться. И Дон Рейгу эту игру выигрывает. Счет становится 1-1. Ну да, Сэрл улыбается. Я бы... Ну, я его понимаю прекрасно. Игра какая-то получилась не в его стандартах качества. Что ж, будем смотреть Decider. Третий сет пройдет на карте Curious Minds. Сэрл в правом нижнем углу. Дон Рейгу в левом верхнем. Так, ну и там хэтчери. Я что-то по мини-карте не разглядел дрона, но синий цвет на таких темных картах он такой, да. Маленькие точки не всегда хорошо видно. Окей, стандартно начинается игра. Хэтчери гаспул. Посмотрим, что будет дальше. На этой карте вполне может быть, что кто-то выберет двухбазовую стратегию со стенкой, потому что все-таки расстояния маленькие между базами, соответственно. От соперника до третьей расстояния соотносятся с расстоянием от твоей второй до третьей по-другому, не так, как на крупных картах. Ну и, в конце концов, рампа. Все это может сподвигнуть кого-то сыграть более оборонительный стиль. Да, Ив-25, спасибо большое за 300 рублей, которые были там между картами. Встречаются оверлорды в центре. Не только лишь все. Правда, как мы видим, чуть-чуть не одинаково отправлены оверы. Но это в ЗВЗ редко становится причиной каких-то, какой-то реализации заготовок. Да, нам тут показывают, что вот в этот раз Сэрл поставил пул как бы так же, но правильно. А в тот раз что-то то ли рука дрогнула, я не знаю, может кот там на колени прыгнул. Хотя у Сэрла вроде... Судя по инстаграму, там здоровенная собака. Не знаю, есть ли там у него коты. Ну, кто часто стримы смотрит, те, наверное, в курсе. Вообще, вроде для хваленой финской депрессии, по идее, коты должны лучше подходить. Что ты такой лежишь весь на диване, смотря в потолок и в экзистенциальном кризисе, и рядом кот такой. Если у него кризис, неизвестно, но в потолок смотрит. Бейлинг Нест у Сэрла. Довольно ранний, на 32-м лимите. Не знаю, говорит ли это о том, что он хочет пушить. Может быть, он хочет чуть-чуть соперника так поднапрячь где-нибудь на третьем. Где-нибудь на третьей. Может быть, наоборот, перестраховаться против потенциального улына с маленького количества дронов. В ЗВЗ мы, наверное, чаще всего видим с 27 сейчас. Этот момент уже оба преодолели. Ну и никто с двух баз, собственно, не играет. Мы видим, что три поставлены и там, и тут. Пробегает Сэрл, все разведывает. Ну, все, что было. Видит, что нету лейера там пока. Дон Рейгу заказывает армор. Ну, то ли имеет виды на мидгеймовый пуш, то ли почему-то подозревает, что соперник будет пушить его. Сэрл, что интересно, поставил базы в линию, а не треугольником. В ЗВЗ, честно говоря, я даже не знаю, есть ли какая-то существенная разница.
строится у Сэра Лоровича Ворон. Лейра нет пока. Ну, в принципе, стандартный тайминг это вот где-то, да, 4:30-4:40, так что тут включать собаку подозреваку пока рано. Ну, тут насчет Дон Рейгу можно поподозревать, потому что грейд на армор, он скорее все-таки синергирует с тир-1 атакой, когда ты не вкладываешься в лейер. С другой стороны, лейер это вот реально два ревейджера стоят 150 газа, а лейер 100 газа. Но сам по себе-то он ничего не дает. Надо еще ждать скорость роучем, тут скорее в этом вопрос. А так ты как бы раньше приходишь. Бегают линги, ну, Сэрл увидел роучей. Честно говоря, у него самого там роучи уже заказаны. Я, может, на его месте и не сделал бы никакого вывода, но Сэрл, по-моему, вообще вопросов не имеет. Он просто заказывает плетки сразу, как только увидел выходящих тараканов. Ну, тут, правда, может, ларчик проще открывался, и там что-то где-то на оверлорде пропалилось. В любом случае, Сэрл готовится отбиваться от очередной, ну, давайте так скажем, полуулыновой атаки. Потому что все-таки у Дон Рейгу 45 дронов. Поэтому, если он напряжет соперника на третий, ну и тем более убьет эту третью, то он вполне может продолжить игру. Ему вообще, по факту, достаточно десяток дронов убить, там, если что. Лейер-то уже заказ. Но все равно он дозаказывает зерлингов в подкрепление. Банально, потому что роучам идти слишком далеко сюда. Вот сейчас бы отступить, завернуть битых роучей в реведжеров. Там есть один вообще. Вот, Дон Рейгу успел как раз с этим разобраться. Еще один есть тоже очень сильно коцанный. Причем ресурсов у Дон Рейгу достаточно. У него так по оверлордам не густо. Ну, по лимиту тоже есть напряги, но пока вроде бы все равно хватает. И похоже, такой план и есть. Он хочет просто убить хату и потом отступить. А что делать Сэрлу? Сэрл даже лейер отменял для того, чтобы от этого всего как-то отбиться, заказать побольше роучей. Но парадокс в том, что из-за того, что он дрался за третью, в итоге он... да, у него плетка есть, но никакой армии он не скопил. Может быть, даже лучше было бы, если бы он за нее и не дрался, получается. Потому что, а какие теперь, вообще говоря, шансы? Сэрл заказывает еще две плетки. Что ему такое придумать, чтобы эту игру вытащить? Если бы был лейер там, он мог бы хотя бы заказать шпиль. Ну, я думаю, что он сейчас поставит Нидус. Хотя, с другой стороны, это Сэрл. Он вполне может попробовать затащить макро и так, но это, конечно, очень трудно. По рабочим Дон Рейгу-то ведет не так, чтобы сильно. А вот из-за третьей базы добыча у него, конечно, будет намного выше. Окей, Сэрл выбирает вариант со шпилем. Теряет третью. Для шпиля ему все равно нужно, чтобы были газы. А третий обязательно. Дон Рейгу проверяет альтернативную базу под мейном. Сэрл ее там и поставил, кстати, в итоге. Тут погибают королевы, да. Дон Рейгу, конечно, хорошо играет. Ну, то есть, в первом сете было видно, что в стандартном лейте он проиграл. И там его оппонент переиграл по делу. Но здесь, когда ему удается по какому-то своему плану направить игру, ну, видно, что это не просто там... Какой-то ньюфак там из мастер-лиги, мальчик для битья, да. Свою игру Дон Рейгу нашел и реализовал. Такое настоящее корейское ЗВЗ. Жесткие пуши, там хорошее понимание, как эти билды играть. Не просто прибежало, что дальше хз, да. Четкое продолжение второй волной атаки с пониманием, что именно этот соперник будет переходить в... экономику технологии, да, там, а не просто строить юнитов, идти тебе навстречу. Ну и в итоге Дон Рейгу дожимает. Не знаю, возможно ли были там сценарии, чтобы он с такой ситуацией проиграл. В принципе, теперь мы этого и не узнаем. Поздравляем его с победой. Он проходит в матч виннеров. Ну, для Сэрла, наверное, не трагедия, но ему придется пробиваться через ЗВТ в лузерах.